Наш концерт продолжает победитель марафона на родине Чайковского Валерия Росомахина, которая учится в детской школе искусств номер 2 города Ижевска в классе преподавателя, заслуженного работника культуры Удмуртской республики Ирины Васильевны Ходыревой. Валерия – финалистка всех 5 марафонов искусств на родине Чайковского. Она неоднократно участвовала в мастер-классах наставников, а в 2020 году стала обладателем гранта правительства Удмуртской республики «Одаренные дети». В исполнении Валерии прозвучит эффектная концертная пьеса, которая основана на темах из оперы Джузеппе Верди «Травиата». Вильгельм Адольф Поп, оркестровка Юрия Толкача. Концертный вальс «Травиата», солистка Валерия Росомахина. Thank you.
Thank you.